Всем привет! И сегодня я вам расскажу анекдот про резинового зятя. Приходит отец с работы, смотрит, сидит дочка за столом, а напротив нее резиновый член. Подходит и спрашивает: «Доченька, а это что?» А дочка отвечает: «Никто меня замуж не берет, никому я не нужна, буду с ним жить!» Отец говорит: «Ладно, хорошо». На следующий день та же самая картина. Приходит дочка, смотрит, сидит отец за столом, напротив него бутылка водки, два стакана и искусственный член. Подходит к отцу, спрашивает: «Папа, а что ты здесь делаешь?» Отец отвечает: «Да зятя добиваю». Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.